Здравствуйте, меня зовут Владимир Колганов, родился в 1978 году. После окончания разнообразных учебных заведений поступил, наконец, в театральный институт, который благополучно окончил в 2003 году. Театральный институт называется «Школа русской драмы» имени Игоря Олеговича Горбачева, это был последний курс. И в этом же году, в 2003, поступил служить в Александринский театр, в котором благополучно отслужил 13 лет. После этого ушел куда? Ну, сюда, в кино, в сериалы, в интерпризы. Одно время служил в таком театре, продолжая служить в театре «Творческая мастерская» города Петрозаводск, Республика Карелия. И обладаю разнообразными навыками, которые, безусловно, необходимы в нашей профессии. Вождение автомобиля, катание на мотоцикле, управление лошадью, плавание, пение, вокал. Необходимый спектр эмоций, радость, грусть, печаль, тоска и так далее. Ну, собственно, до новых встреч!